оказался, но, как сказать, встретился с спортивным директором и сказали, что надо такой человек на этой позиции, и вот оказался в этой команде. Первое впечатление очень нравится. Команда очень серьезная. Ребята дружные. Такой серьезный коллектив собрался, скажем, на пятерку. Не, на тройку, скажем так. Еще не набрал физической кондиции. Думаю, сейчас еще наберу и будет получше. Да, мне всегда говорили, что я игрок штрафной площадки, что я опасен в штрафной площадке, но мне больше нравятся оборонительные действия. Ну, скажем, опорный полузащита. До этого следил за чемпионат, да? Но немного, но следил. Ну, есть 3-4 команды, которые всегда в пятерке, четверке, так, в призерах. И очень серьезные команды, очень хорошие ребята. Вот, опытные. Но задача на второй половине, я думаю, попасть в зоны Еврокубка. И я думаю, это мы можем сделать. И вот самые большие задачи, самые высокие места. Это так и должно быть. Активность в соцсетях. Ну, много друзей во всех странах мира, скажем так. Во Франции там много друзей сидят за мной. Поэтому надо быть активным, общаться. Друзья, семья, вот эти люди меня поддерживают, и я должен вернуть это все вот в соцсетях, общаться с ними. Как всегда говорил, для меня в первую очередь сборная Армения. Если будет приглашение, то я буду очень рад. Чтобы играть за сборную, надо показывать вот все, что умею на поле и на максимуме. И быть результативным для команды в первую очередь. И остальное все придет. Задача вот до конца чемпионата сейчас бороться за высокие места в клубе. А потом, я думаю, приглашение в сборную, будем работать над этим, скажем так.